Пациентов эта новая поликлиника в Боброве принимает уже несколько дней. Работают взрослое и детское отделение, есть комната матери и ребенка, игровая зона для самых маленьких, удобная навигация, достаточное количество специалистов, в том числе узкопрофильных. Учреждение позволило местным жителям, не выезжая за пределы поселка, получать высококачественную медицинскую помощь. У нас вот явно выражена положительная динамика, потому что сейчас единые стандарты оснащения медицинских организаций по всей Московской области. Соответственно, утвержден брендбук для поликлиник, утверждены стандарты, оснащаются современным оборудованием. Здесь также в данной амбулатории укомплектован кабинет офтальмолога всем современным оборудованием, кабинет лор-врача, есть оборудование для аудиометрии. Для того, чтобы лично убедиться в том, что в Ленинском городском округе сдаются такие современные медицинские учреждения, поликлинику в Боброве посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Продолжительная экскурсия, общение с врачами, пациентами, и чиновник сформулировала мнение об увиденном. Очень здорово, конечно, хоть она и небольшая, что она находится в жилом микрорайоне, и здесь абсолютно планируется прием всех специалистов узких, которые необходимы. Это очень круто, даже тех, которых совсем не будет. Они будут приезжать сюда, оказывать прием по необходимости. Очень красивая сама по себе поликлиника, очень хорошее оборудование. Отлично, что здесь есть специалисты, причем специалисты не только из наших других подразделений, но и вновь пришедшие к нам на работу. Поэтому я думаю, что эту поликлинику все жители полюбят. Светлана Стригункова отметила, что обо всех нововведениях в системе здравоохранения, о новых медицинских учреждениях необходимо лучше информировать. Ведь делается много, и достижения Видновской районной клинической больницы в правительстве Московской области на хорошем счету. Благодаря местному телевидению, вашей телекомпании, благодаря администрации Ленинского городского округа, ассоциации многоквартирных домов, старостам деревень и так далее, мы проводим всегда массивную информационную кампанию. Кроме того, мы постоянно занимаемся рассылкой с государственной почты для жителей, которые к нам прикреплены с приглашением для прохождения диспансеризации. Вот сейчас у нас начинается в сентябре вакцинация от гриппа. Специалисты новой поликлиники также ждут своих пациентов на диспансеризацию и вакцинацию. Медицинское учреждение работает с понедельника по субботу. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.